Вот у нас появился мастер по шашлыкам. Да ладно, по шашлыкам. Я только Он, правда, сегодня такой скромный, мин. Потому что мало выпил пива, да? Ага. Ну давайте мне пивка. Да, дайте ему пивка. Что, прямо из этой? Из водички? Ага. Украшение компании. Извини, стаканчик к нему. А барышня тут... Ты... А украшение компании? Димон, не мое. Привет. Привет. Сегодня что-то намечается. Не знаю, что получится, но классно. Должно сегодня получиться хорошо. А у тебя микрофон хоть выносной, хоть нормально он там долбит-то? Нормально. Ну тогда великолепно. Не переживай, все будет хорошо. Эх, главное, чтобы сейчас убыли пошли на обед. Вот. Снимаю нашу матушку природы. Кстати, хорошо снимаю. Ну а что ж я могу поделать-то, ну, а если ветер туда идет? А потому что это там словно разделочник. Обычно вот сидят здесь вот. А там словно раздел. Так, вы хотите, чтобы вас разделывали? Оба-на! Это что-то такое, не-не-не. А знаешь, как в японских ресторанах на девушек кладут еду? Ну, и не только. Потом вилочками. Так, ты согласна, да? На тебя горячий шашлык, блин? Я сейчас закипю. Закипит, конечно, закипит. Немецкая девушка. Просто гёрл. Димон, а чё народ пошёл? Зачем? Ты чё, уже забыл? Сардельки взять? Ну а да. А чеснок ты им сказал взять? Нет. Семён Семёнович Горбунков. Они, может, детоминованные найдут? Навряд ли, навряд ли. Ну посмотрим, что получится. Так бы чесночка просто порезать. Все, началась съемка нашего супер отдыха. Да. О, Димон, после впечатлений, вот дымочек, как он идет прям. Сейчас. Кстати, позиции посмотри. Вижу, 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 вижу. Офигительно. Вижу. Джунглях амазонки такие. Да. Ой, вот это я не помню. А, это дух. Ну, она такая... Я даже забыла эту фотографию, Дим. Какую? Ну, девушки с такими. Сейчас, вот так. Серый, зимой белый, с длинными ушами. Вот. Димич, а куда ты тут полностью попалёшь? А я фамилию... Там, где бревну. Серый круглый год, когда зимой голодает, моет синий. Видите, как он. Ну, а она немножко посложнее. Супер палочку поварёшечка. Да-да-да. Супер переворачивать. Естественно. И говорит, вы, конечно, ловко за это садите, а мы с товарищем Райхером пройдем. О, анекдот такой теперь. Такие. Мужик, короче, привет, я снится. Мы портили слушать, мне говорит, номер надо. Ну, вот так вот. Переночевать или только? Я, говорит, на улице жить. Говорит, вы узнаете, говорит, у нас до свободных номеров нет, но вот хотите подселим, ну, мужика, потому что сняли. Говорит, где, знаете, уголок какой-нибудь. Ну ладно, приходит, значит, мужики спят, пьют вот, рассказывают политический анекдот. Блин, он говорил же, ё-моё. Ну вот мужики, вы чё? Извини. Сейчас тут везде, говорит, послушай аппаратуру, говорит, блядь, КГБ, говорит. Только так, говорит, всех пасёт. Не знаю, что вы играете с огнём, да. Да ладно, хуйня, там все такое. Он говорит, да я же сейчас вам говорит, продемонстрирую. Пошел, договорился, короче, со стюартом. Заходит из номера, вы же смотрите, пепельницу берется, он говорит, товарищ мэр, нам, говорит, пожалуйста, говорит, прикурь. Тоже хуяться, интересно, стюарт. Приходит с кофе, я хуяли, говорю, бля. Ну ладно, попили кофе, знаешь, угомонили, легли спать. Утром хуя, ты просыпайся, может, все эти звуки нет, нихуя. Вообще их нет теперь? Ну, эти двух мужиков, с которыми он говорил. Он только нифига себе спускается, говорит, в партии, а потом, говорит, слушайте, говорит, а вот с моим, говорит, постояльцы, которые, говорит, со мной, говорит, одно номер были, да, нет. Да, говорит, ночью, говорит, как ГБшники приехали, замели их нахуй, говорит. И увезли, говорит. Тут, блин, а я, говорит, что, а ваша шутка, говорит, майору понравилась. А вот наш личный повар! Они живые.
А зовут его Сева. Поджигатель местности. Ну вообще, слушай, вообще получается ништяк, такая картинка, блин. Нигде, просто в 5 минутах ходьбы откуда? А вот и повар появился. Не, я не повар, я мангалил. Чего это? Костер разводил. Окей, костер развожу. Я кротиков пытался. Смотри, гусочек капает. Андерсон, Андерсон, Андерсон. Да вижу, вижу. Гусочек как она капает. Все, тихо, спокойно. Сгустки, вот именно как они. Леди и джентльмены, немножко внимания, и будет вашим. Клюшечек дать. Ракетки теннисные. Дальше там это самое кимоно там, простите, а на какую команду берет? Мне самому интересно было, что эта команда не берет. Классно, классно, хорошо. Изумительно, Сева, просто сказка, молодца. Понеслась вторая серия. Надо было дать много, так долго возьмет. Классно, кстати, картинка вообще. А город пил коктейли пряные, пил, ждал новостей. Супер. Отлично. Для передачи, кстати, была. Сердце мне. Снимаю нашего местного повара. Да вот, Димон, смотри, какие готовы, ребят, я не знаю. Это Мордюкова уже продала. Да, в этом пеньюаре так. Я думаю, что можно, в принципе, потихоньку снимать. Он сам пришел. Так, ну вот этой кровиной есть. Не пугайся, блядь. Не пугайся, застежка отлично. Да, да, да. Если отлично, хороша снимать. Была. Не, вообще умели же снимать, а раньше. Ну вот фильм там. Откуда ты это взял, Коля? Нарезал. Хорошо снимал. Это Гайдай же, ты что? Гайдай, Гайдай, такой Рязанов. Так, а тарелков нет. Гайдай вообще все время снимал. Я вам покажу, что вам покажется. Мы сами можем показать. Ребят! Давайте все помолчим, это самое. Как потому что некоторые вещи есть готовые, которые, ну что там, они занимают. Ну, знаешь, что надо делать, я предлагаю? Вот тарелку у нас нет. Я предлагаю сделать чисто путем. Не на газету, а у нас два из лаваша. Давай так. Давай так. Скажи, нормуль оно или нет? Нормуль. Держи. Вот первое, то, что скажет женщина, и все. Ребят, давайте лаваш. Я на лаваш сейчас... О, да. Не, ну мясо, оно хоть это... Ну, потому что есть там некоторые куски, которые... Сева, в картиночку, пожалуйста. Через директор базы. Олег. О, нормалек. Блин, таких надо шампуров было бы сделать, натурпродуктов. Блин, вот именно. Палочек настрогать. Да, может палочку строгать, действительно. Ребята, каждому по палке. Оба-на! Молодец. Я сама не подумала. Каждому по палке. Каждому бойцу по женскому лицу. Ну, а лучше по Фаберже. Так кто хочет каждому по палке? Так скажи, оно прожарилось или нет, ну елки-палки. Не томи душу, занято. Сейчас она заценит. Не прожарилась? Прожарилась. Она скажет. Фу, вкусно что ли? Вкусно! Сева, бананы из руши, вы? Ну палочки настругал бы, Олежка. Ну блин, чем я тебя настругаю? Ну у меня тоже карандаш не такой, блин. У Андерсона только нужен.
получается. Пошло. Обожаю. Так что на природе, блин, сидеть. Не парится, а ветка с волочкой, блин. А так. Кричит матрас. Подушка догоняет. Вау. Вау. Он у нас силер. Сил какой повар, блин, супермен. Вот повар, блин. Пауэр, блин. Ну-ка. Вот это вот, походу, блин. Это другому коммунизму. Ну что, юноша, Дима, хочешь сидеть? Ну, попробуй, Дим, пока ты, господи, ты вот. Я вам расскажу, как мы посидели. Ой, нормуль? Вдруг осталось. Сейчас, подожди. Вот как ты, блядь. Охуеешь. Угу. А, когда они на плоту курил, блядь. Зай. Таможня дает добро. Зай, хочешь корочки? М? А вот я хочу. А я ее люблю. А реклама школа как-то была. А кто? А, в Ростиксе раньше, блядь. А, и ну по телевизору показывают, в Ростиксе, там леса. Не, ну, да, она сублимированная кожа. Вот про это все устроено. Я, ты знаешь, вот на болту Вани была. Взяла картошки себе и взяла кока-колу. Отраву, вот самая отрава. Шняга, шняга. Кока-кола. Знаешь, очень красочный. Покрыли или как? Киту, лосось, вот это стейки, знаешь, сделать вот так. Ну, ножку вот, можно. Он любит ножки. А запассеровать вот так. Он не любит ножки. Тебе сказали, ты не любишь. Он любит ножки. Любит. Любит, не любит. Выбирать, я не знаю. Просто некоторые чуть-чуть, как говорится, на центр. Сев, пока она не пизданула. Аккуратно, пока не пизданула, за секунду. Это вкусно. Так, я думаю, что никто не будет оспаривать. Самое лучшее, ведрами, самое лучшее, самый лучший стейк из курятины, барышни. А, ну да, девушки, да. Барышни, самое лучшее. Я лучше только спизжу. Ой, ты он действительно охеренно. Очень тесно. А, ну короче, гаси. Кулебяк. Манды понравилось снимать. Ой, блин. Ну кому чего, ребята? Говорите, третий раз ты. Белый аист летит.